Всем добрый день. Сегодня я решила оставить свой отзыв о курсе Анатолия Донского о влиянии мышления на нашу жизнь. Ну что вам хочу сказать? Это мой первый отзыв в жизни. И я все-таки решила его оставить для того, чтобы, возможно, помочь кому-то увидеть снова солнце, выйти из тени, как говорится, и начать жить заново. Потому что это самая лучшая моя покупка, мое приобретение, возможно, за последние 10 лет. Потому что все эти 10 лет я прожила в очень огромном страхе. Во-первых, онкофобия. Я думаю, что некоторым знакомо это слово. Различные еще виды страхов за детей, страхов за свою жизнь, ипохондрия, в общем, страх за будущее и куча-куча всего. Все эти годы я пыталась найти что-то или кого-то, кто бы мне помог избавиться от этого всего, потому что это очень сильно мешало жить. И все, что я испробовала, гипнозы, йоги, укалывания, тысячи часов, проведенные с психиатром, я не могу сказать, что это не действовало. Это действовало, но, к сожалению, на какое-то время. И потом оно снова возвращалось. Все вот эти моменты проработки травмирующих ситуаций с прокручиванием, ну, к сожалению, в моем случае были неэффективны. И вот случайно я увидела презентацию Анатолия по поводу курса. Мне очень понравился этот человек. И в его словах я увидела очень уверенные, доказанные научно убеждения о том, что все-таки, если ты изменишь свое сознание, ты изменишь свою жизнь к лучшему. И я последний раз себе сказала, что вот я все-таки куплю этот курс и попробую. А вдруг? И вы знаете, я очень-очень рекомендую всем этот курс, потому что он мне полностью перевернул сознание. Вот я хочу сказать, что с прохождения этого курса я просто начала жить. До этого я, наверное, существовала, потому что меня уже ничего не радовало. У меня постоянные вот эти то панические атаки, то какие-то новые придумывания болезней. То есть ты уже не видишь о том, что ты живешь, где вокруг все красиво, ты не видишь красивое, постоянная злость, постоянное вот это раздражение, потому что ты себя неважно чувствуешь, все эти физические проявления, то тахикардии, то еще что-то, то есть это очень сильно как бы портило жизнь. И вот, когда я начала проходить курс, только единственное могу сказать сразу, всем, кто ждет волшебной таблетки, транквилизатора, да, и что вот он мне сейчас поможет, и у меня там через пару дней все наладится, сразу скажу, это не тот случай. Это очень сильная, глубинная работа над собой. Может, кому-то нужно будет неделю, кому-то две недели, а кому-то и полгода. Все зависит от того, насколько вы загрязнены вот этим всем негативом, и все. Мне очень тяжело дался курс. То есть не буду обманывать, что практически после каждой проработки страха у меня очень сильно реагировала психосоматика. То есть, допустим, я прорабатываю какой-то страх, и у меня начинается жуткая головная боль. Или я там отпускаю какую-то обиду, и у меня начинается тахикардия. Да, это очень сильно пугало, но спасибо за обратную связь, где Анатолий отвечал на мои вопросы и говорил, что это нормально, это операция на тонком уровне. И по-любому все избавление происходит через какие-то болевые ощущения. Это может быть, не говорю, что у всех, но в моем случае это было. Но я выдержала. Я выдержала, потому что я решила идти до конца. И вы знаете, что меня поразило еще, что после каждой медитации, особенно по страхам, мне начинали сниться сны. С моими страхами, которые были очень давно забыты, либо сидели вот где-то там очень-очень глубоко, и я не осознавала, что они мне мешают жить. И вот после очередного сна я просыпалась утром, я вспоминала, потому что это много, что я вообще не помнила. Я думаю, да, вот это же было, вот там меня вот это и то. То есть я очень сильно осознала вообще, насколько мой организм был отравлен вот этими ревностями, обидами на близких и подобной гадостью. И, в общем, закончив курс,
во-первых, появилась радость жизни. То есть ты встаешь утром, ты уже рад. Ты очень хорошо себя чувствуешь. У меня ушло все. Вот все. Меня на сегодняшний момент меня ничего не беспокоит. Я имею в виду, это в частности, там, тахикардия, приступы удушья, то есть вот это все. Сейчас нет ничего. То есть я абсолютно прекрасно чувствую. Во-вторых, хочу отметить, что очень развились способности, о которых я не подозревала. Потому что я сейчас учусь, и вот, допустим, у меня было рисование, и вот в течение года я на него ходила просто как на каторгу. Не умею я рисовать. А после, наверное, уже 2 недель медитации, то есть я не могу, себя невозможно это заставить делать, если ты это как бы не умеешь, да? То есть я начала рисовать такие шедевры, что учитель вообще был поражен. Он говорит, ничего себе, так вы, оказывается, умеете рисовать. Потом, допустим, еще в определенных сферах то, что вот на учебе мне вообще не запоминалось никак. Не запоминалось. Я не знаю как, но каким-то чудом я стала то ли лучше понимать, то ли у меня улучшилась память. То есть, вот реально открылись такие вот потрясающие способности. Очень изменились окружающие. Вот первые, кто среагировал, это, пожалуй, дети. Как-то они, скорее всего, очистившись от своих страхов, я думаю, что они очистились тоже, и на них пошла вот эта положительная волна. Потому что я сразу заметила изменения в детях. Мой сын, он очень мнительный, он такой очень раздражительный, обидчивый. Сейчас я вижу, что у него совершенно другая реакция на те же ситуации, которые могли бы его очень сильно как-то вывести из себя. В общем, этот курс – это такой своеобразный взрыв мозга. Я считаю, что этот курс должен пройти каждый человек. Если он хочет жить нормально, жить в счастье, жить в любви, жить в гармонии. Потому что эти положительные эмоции, они очень важны. И вибрации. Еще хочу заметить, что очень сильно стали притягиваться люди. Особенно после техники «Лотос». Такое впечатление, что рядом со мной они настолько себя хорошо чувствуют, они отдыхают. И вот люди, в прямом смысле слова, они постоянно стали крутиться вокруг меня. И даже говорить, что вот знаешь, Женет, вот возле тебя, я так себя спокойно чувствую, я могу спокойно работать возле тебя, у меня все получается рядом с тобой, что меня как бы очень порадовало. То есть это говорит, что я приношу людям какую-то гармонию в их жизнь. В общем, Анатолий, спасибо вам огромное. Вот от всего сердца, от всей души я хочу сказать вам спасибо. Для себя поняла, что работать буду все время, потому что у меня был очень запущенный случай, и я думаю, что я буду продолжать работать еще, работать хотя бы вот определенные медитации. Еще очень порадовал курс по восстановлению капилляров. Очень сильно тело прочувствовало вот эту легкость. Не знаю даже, как это так сказать, но, допустим, вот по лестнице стало даже легче подниматься. Хотя я обычно как бы не сильно уделяю внимание спорту. Но вот гимнастика для позвоночника, многие эти вещи. Я очень сильно почувствовала, что тело изменилось, оно стало легким. И многие вещи, которые раньше было делать тяжело, стало делать намного проще в физическом плане. Выносливость повысилась, энергия увеличилась. В общем, хочется жить и наслаждаться жизнью. Поэтому я искренне желаю вам продолжения вашего дела. Это вообще, это просто бесценно, то, что вы делаете. Потому что вот так вот изменить жизнь и помочь людям, которые заблудились, которые ищут выход и не понимают, что не надо искать врага извне. Враг сидит внутри тебя. Огромное вам спасибо. И надеюсь, что мой отзыв будет полезным для кого-то. И кто-то тоже найдет свет в конце туннеля. Всего вам хорошего.